Всем привет! И сегодня я буду лепить революционера, основателя СССР и вождя. А это Владимира Ильича Ленина, или же его настоящая фамилия Ульянов. Уже сделал некоторые складки на лбу. И сейчас леплю сами глаза. Первый глаз у меня уже готов. Второму глазу я еще делаю только еще мешки. И вот, я уже сделал ему глаза. Также приделал ему будущие усы. А сейчас я их начну делать. Ну и вот уже голова Ленина почти готова. Я ему вот сделал уже нос, глаза. Ну тут морщину вот сделал. Я уже сделал ему глаза, также приделал ему будущие усы. А сейчас я их начну делать. Также вот я ему сделал усы и бородку. Вот глаза у него тут. Вот также у него есть щеки. А в конце я его сделаю гладеньким с помощью пакета. Я уже сделал ему голову. Голова полностью готова.
сейчас я уже сделаю части, там, галстук, пиджак, вот это вот все. Вот такой вот какой-то Ленин у меня получился. Ну и вот. Он мне что-то, ну, не особо-то уж и нравится. Ну, вы можете еще посмотреть еще один вариант. Ну, или же вот с этой вот головой вам больше нравится. Или же мой самый первый. Моя самая первая скульптура, и мне кажется, самая вообще лучшая. Это вот Ленин тоже. Самый первый Ленин. А это вот Ленин из глины. Вы видите в комментариях, какой Ленин больше нравится. Из глины, которую я сейчас сделал, или же мой самый первый. Или же вот с такой головой. Ну а на этом мое видео заканчивается. Всем пока. Также не забудьте поставить лайк и подписаться. Я старался все-таки. А с вами был The World After, и всем пока.